«Скользкие улицы, иномарки целуются» – эти слова из знаменитого хита групп Би-2 и «Прата Ветра» вполне можно применить и к сегодняшней ситуации на даугавпилских дорогах. Согласно статистическим данным, только за январь этого года в городе и районе резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. За один только январь месяц у нас выросло количество дорожно-транспортных происшествий почти на, наверное, 10 случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, да, то есть количество аварий мелких, я имею в виду, возросло, но, к счастью, пострадавших и погибших в этом году гораздо меньше, чем было в прошлом году. Одной из причин тому является лихачество и невнимательность некоторых автоводителей. Но Александр Линкевич не отрицает и того, что часть дорожно-транспортных происшествий могла произойти по вине плохо убранных от снега дорог и метровых сугробов на перекрестках. Любая помеха или заграждение того транспортного средства или дорожного знака или какая-то неопределенная ситуация на дороге вызывают, естественно, какие-то последствия. Да? Поэтому просьба к водителям быть особо внимательным в тех местах, где выезд затруднен, где видимость ограничена, где дорожные условия не позволяют безответственно относиться к вот этой дорожной ситуации, чтобы водитель оценивал вовремя складывающуюся ситуацию, может быть, снизил вовремя скорость, притормозил, два раза убедился в том, что он беспрепятственно совершит какой-то маневр, чтобы это было действительно и безопасно, и удобно для него, и для других, и как автоводителей, так и других участников дорожного движения. Что ж, нам остается лишь по возможности быть более осторожными и надеяться на то, что коммунальные службы, не дожидаясь весны, наконец освободят дороги от снега и вывезут сугробы, которые являются существенной помехой для автоводителей.